Привет, друзья! Привет, дорогие! Вновь я на своих любимых сельхозполях, Окские просторы. На этот раз я один, без напарника. Вот как раз с того момента, как мы с Илюхой были на охоте в этих угодьях, прошло примерно 2 недели, и тот снег, который вот нападал, он буквально через пару дней тут же и растаял. То есть все поля вновь открылись. У нас вот такая вот зима. То есть выпадает снег, потом температура в плюс, идут дожди, все быстро тает. Поэтому каждый охотник, вот как только выпадает снежок, буквально в этот же день, ну или там на следующий, уже старается выйти в угодья, кто с собачками, кто просто самотопом, поторопить зайца. Я тоже улучил момент, вот буквально позавчера, и вчера падал снег, потом опять в плюс, вот сейчас температура где-то, ну, градуса 2 с минусом, но стоит прекрасная погода, то есть вот... Вчера прям такой буран прошел, он местами, прям ветер очень сильный был, до 20 метров в секунду, деревья гнуло, в общем, поднавалило, но это даже такой, знаете, это как бы не то, что снег, это такая шурга, получается, шурпа, вот, но следок, я думаю, будет виден. Я нахожусь вот в тех угодьях, где мы уже второй раз с Ильей приехали, ну, второе место, точнее, уже за Оку, на капустные поля. Вот чем-то они мне приглянулись, не знаю. Вот все-таки хочу я здесь попробовать этого зайца найти, хотя бы посмотреть, где он лежит. И есть у меня еще одна идея. Вот эта речка, тут протекает такая речушка, она извилистая, небольшая, с таким приличным довольно-таки течением. Как-то, каким-то образом я ее хочу форсировать и попробовать на другую сторону этой речки выбраться. Там тоже поля, они все примерно по расстоянию где-то около километров, полутора километров. Вот там тоже интересно, я думаю, что для зайца там даже более-менее спокойнее, чем здесь вот. Потому что вот это место, здесь разделяется деревней, вот эта речка и деревня, и с другой стороны лесом. И тут еще какие-то, вот я в прошлый раз был, заметил, какие-то работы по дереву идут, то есть работы ведутся. Наверное, зайцу здесь не очень уютно, хотя, может, он привык, местный заяц. Не знаю, посмотрим. В общем, сегодня у нас с вами такие тоже приключения. Опять же, та же самая разведка. Все-таки очень интересно мне дальше изучить эти угодья, посмотреть, что за этой речкой. Если не получится ее форсировать, не будет там никакого мостика. Хотя, судя по спутнику, по спутниковым картам от 2013 года, какая-то переправа была. Посмотрел сверху, там какие-то теплицы или какие-то подвязки, в общем, что-то типа огурцов, наверное. В общем, посмотрим, ребят, вот такой вот день, все. Сейчас уже, ну, примерно около 9 утра, солнышко такое из-за облаков, сейчас облака немножко нагнало, но с утра прямо, ну, красота, погода просто прекрасная. Легкий такой поддувает ветерок, он довольно-таки даже приятный, то есть, ну, не холодно, хорошо, все, ребят, в путь, пошли, собираемся, ни пуха. Я вот сейчас сразу решил честнуть вот это место. То есть вот по этой дороге, вот она идет, тракторная. И вот там поля те, туда мы с Илюхой шли. Сейчас я хочу попробовать, потому что вот какие-то, ну, не очень явные, но какие-то следочки есть. Вот, например, не знаю, пока заяц это или нет, возможно, лисья. А похоже и зайчи, вот, 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 вот он, вот что я и говорю. Я вот так и думаю, что где-то он недалеко должен, где-то на опушках лежать. И вот они, вот уже какой-то следок. Они сейчас такие, конечно, по такому следу, снегу, ребят, след неявный. Поэтому тропить будет очень сложно. Ну, так вот видно, иду. Сейчас давайте пройдем по нему. Попробуем. Причем это свежий след. Это прям вот какой-то утренний свежий след. А может, и я его поднял, черт его знает. Идет ровно к полю он. А тут еще какой-то след идет. Опа. Нет, вот. Тут уже, тут вот сдвойка.
Волька пошла. Это они на жировку ходили. Вот, вот они, вон. И все это вышло к полю. Или у меня такое ощущение, что он не пересекал. Он обратно вернулся. Видать. Ну-ка я сейчас гляну. Потому что вот тут вот, вот это не заяц, скорее всего. Непонятно. Это либо собака, либо лиса вот эта вот натоптала. Там на поле следочка нет вроде. Не, я сейчас вернусь. Он, скорее всего, сдвойку сделал и ушел обратно. Вот здесь он покрутился и ушел обратно. Вот он обратно пошел. Вот так вот. Вот, вот он. Вот, да, 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 да. Вот он и пошел. Причем так, в припрыжку довольно-таки. Зараза, к дороге. Вот он к дороге вышел. И все тут. А вон, 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 вон. Или вот он к дороге вышел. Вот он вышел сюда к дороге. Практически к машине. Только бы он через дорогу не умахал. Вот что плохо. Они через автомобильку любят упрыгивать. Эх, вроде вот туда, да, вроде пошел. И вот это тоже мне смущает. Ну давайте по нему попробуем, да? Тот пока оставим. Давайте по нему попробуем. Поэтому. Ух, тяжко как. Ну вот вам, ребят, в принципе, да, вся карта, как читается. Дошел до кромки, порылся там чего-то, покопался, пожировал. Сдвойку сделал и вернулся прям рядышком своим же следом и вот сюда либо туда, но быстрее, наверное, вот следок есть, да, ведет к дороге. А они могут вдоль дороги лежать. Вот он, вот прослеживается очень неявно. Ладно, это уже что-то. Вот он, вот, ребята. Идет к тому ракитнику вроде бы, там черт его знает. Вот, 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 повнимательнее просто сейчас его исследуем. И вот, вот, да, вот, 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 и все, да, он вышел сюда на эту грунтовку. Это он пошел тут крутить. Ну тут не один заяц, естественно. Вот так, вот там моя машина стоит. Вот так я прошел, посмотрел оттуда. Он выходил на край, развернулся, пошел через вот это вот заросшее поле, не засеянное. И вот, вот здесь жировка. А вот это вот была капуста. Вот видно, он здесь ходил. В общем, история продолжается, потому что у меня все-таки ощущение, я вот не знаю, я, конечно, могу вот здесь походить, но по моему опыту они тут сейчас будут крутить и находить. Вот еще, вот, пожалуйста, вот свежий след зайчий. Они будут отсюда уходить, то есть здесь будет натоптано, будь здоров. Тут не один заяц, поэтому они тут следы будут пересекаться, крутить. Где-то тут все натоптано, нахожено. У меня ощущение, что они уходят вдоль дороги. Вот в тот ивник. И туда куда-то ложатся. Либо там вдоль речки. Ну, еще, конечно, как вариант, они пересекают дорогу запросто и уходят туда вот, в те поля, где Илюха ходил.
Ну вот он здесь, вот он топтал, сдваивал, вот сюда вот он. Вот я говорю, ребят, вот это начинается свистопляска, когда все накручено, одиночного следа нет. Вот он дальше вот здесь, вот все, вот это покрутил. Вот тут какие-то сдвойки, даже уже стройки какие-то пошли. Дальше вон, ну. Сейчас будем думать. Странно, следа нет. Заходных нету сюда. Сюда заходных нет. Вот так вот. А я думал, что он тут. Я почему-то думал, что он тут. Ладно, значит, сейчас обрезали. Сейчас к дороге тогда туда. А как еще? Его тут нет, ребят. Вот так вот. Вот он. Он на дорогу выходит. Да, вот. То, чего я и опасался, в принципе. Он выходит на дорогу. Дальше он ее пересекает и уходит. Давайте чеснем вот этот вот ракитник. Ух, тут буреломы, это я знаю. Сюда вроде ничего не идет. Даже не знаю, лезть туда сейчас, не лезть. Место хорошее, но те зайцы сюда не заходят. Нет. Так. Сейчас. Наверное, обратно надо возвращаться. Не знаю, мужики, сейчас я вернусь обратно, потому что я думал, вот так вот, вот где вот этот ивник, ракитник идет, вот там вот это берег речки вот этой, дальше мост через автомобильную. И там очень сложно, там овраги такие, я там боюсь просто покалечиться. Я туда не полезу, тем более заходных тут нету. Скорее всего, зайца тут нет, не лежит он здесь. Я вернусь сейчас обратно на капусту и пойду туда, ближе к реке, посмотрю, есть ли там переправа на другие поля, которые туда вдаль идут. Подальше от цивилизации, что называется. Если нету, ну и так след тоже будем с вами смотреть. Все-таки мне интересно, куда те следы по той грунтовке. Да, они туда, скорее всего, идут, в этот сосновый. В общем, там интересно. Дойдем мы туда, до китайцев, до этой лесопилки. Дальше вдоль речки. Ну, такой план. И там посмотрим, куда они там уходят. Ну, вот, мужики, интересно. Вот тракторный след идет. Вот он туда-сюда ездит здесь. И вот через него прямо идет зайчий след. Причем я вот шел вот тут вот и его не заметил. Вот зайчишка здесь, оказывается, топтался. Я прям иду, не обращая внимания. Вот оттуда он прыгал. Вот он, вон следочек идет. То есть этой дорогой он шел. И дальше, ну такой вот неспешный следок идет. И дальше, что вот интересно, этот след он... Дальше, вот он, вот, прям хорошо видно. Вот он идет, и дальше он сливается с этой вот... Что у меня тут с прицелом нормально? Вот с этой вот тракторной колеей. И все, и тут я его потерял. Ну, вот сейчас... Да, вот он ему просто затоптал трактор. Ну, что поделать? И вот теперь непонятно. Ну, сейчас будем дальше смотреть. А вот, кстати, вот. Вот здесь вот он. Вот он. И это такой одиночный след, это интересный след. Вот, ребят, вот. И прям по дороге он, ну-ка. Ну там к лесопилке вряд ли, наверное, куда-то он скидывался. Ну вот он идет туда, куда нужно. Ну там это лесопилка. Да, опа, а здесь во. А здесь вот так, ребят, вот он. Ох ты, вот он, сдвоечка. Вот она с двоечкой, и вот он сюда пошел. Вот он здесь круто. Ух ты! И все, и туда вот. Ну, давайте, вот это интересно.
Вот это очень интересно. Так. Вот оно, вот, вот. Да может и тут лежать. Там, похоже, еще дорога. Заяц сюда пошел. Вот оттуда, вот след его. Вот он, вот. Заяц куда-то сюда пошел. Да нет, нет смысла лазить здесь. Выйду на дорогу. Вот, судя по этой кромке, его выхода не было. Вот. Поэтому... Ну, дальше сейчас посмотрим. Поэтому он может где-то тут сидеть. Ну, сами видите, да, тут прям очень плотная посадка. Тут он, ну, как тут? Вообще нереально. Посмотрел я, никаких по дороге, вот в принципе по этой вот дороге, никаких заходных в лес или выхода вот из этого сосновника нет. Все-таки у меня ощущение, что он где-то либо к речке туда вот уходит, либо где-то оседает, ну не знаю. Но вот здесь даже вот хожу вот так вот, тоже следочка нет, и прям, ну вы видели, прям он теряется по такому снегу, вот как только начинается игла, все, он сразу теряется, этот след, и, к сожалению, его засечь нереально уже. Красота какая, да, ребят, вот сейчас вот облака такие, солнышко, вот прям такой к полудню сейчас. Так идешь, в сон клонит, воздух прям свежий. А сейчас прошелся по игле, прямо хвоей такой пахнет. И вот, вот, вот туда вот, в те края я и хочу. Вот там деревенька вот эта. Где-то, ну нет, туда же как-то приезжают жить. Значит, там дорога должна быть. В крайнем случае объеду, не проблема. Вот такой план, ребят. Так что пока с этим местом вот здесь ничего не понятно, неоднозначно. Хочу здесь обойти еще и посмотрим. А может быть здесь где-нибудь. Да запросто. А вдруг? Вернуться-то всегда успеем. Сейчас здесь посмотрим.
Ну как вам, ребят? Вот оно так всегда и бывает. Охота на боровую закрыта, на рябчика в частности. Иду по зайцу, следок еле-еле какой-то подсекаю, ловлю, смотрю, зайца не поднял ничего. Где он есть, непонятно. Решил попищать в маночке. Я всегда, я не вынимаю, они у меня в боковом кармане куртки лежат. Вот. И буквально, ну я самцом начал, потом как бы так смекнул, что сейчас-то они это парами с самочкой. Тут же ответ, вот буквально отсюда, вот из этого еловника, вот прям отсюда ответ. Подлетает прям. Первый раз туда, куда-то я его не видел, сел, потом сюда перелетел, а тут вообще вот, ну тут, я не знаю, 10 метров. Вот, выстрел, 10 метров, потом вот туда, вот на березку, вот на эту. Посидел, потом, видать, меня срисовал все-таки. Хотя я тихо сидел, вообще я не двигался, ничего. Камеры чуть-чуть повел только, чтобы хотя бы заснять его. Ну, красавец такой прям. Зимой они прям такие, да, сочные, жирные, красавцы. Он такое оперение крупное, видно там прям зимнее оперение такое. Красавец-петушок, такой, видно, матерый петушок, кстати. Ну, вот это его, вот тут они и живут. Вот такой еловник плотный. И вот сюда вылетают кормиться. Вот сюда, вот сюда. На открытые такие ольховники. Вот так вот, ребят, вот такая красота. Ну, хоть на рябчика полюбовались, посмотрели сблизи. Вот, а я чего? Я вот в этот лесок и зашел. Я не знаю, зашел посмотреть. Тут вот такие завалы. Думал, ну, может быть, это тут какой-нибудь заяц-то и лежит. Да нет, нету его тут. На лисих следов много, лисиц ходило. Ну и вот рябчики, рябчики есть. Надо будет место, кстати, запомнить, может, осенью сюда приеду, уже на рябчика поохочусь. И ведь такой красоты не будет, вот приеду осенью, будет молчать, сидеть, засранцы вот там вот. Красота, ребят, природа здесь, угодья-то такие довольно богатые, вот. Хоть и юг, но богатые угодья. Ладно, чё ж я тут присел, сижу вот на этом бревнышке. Вот так вот сидел, пищал его, пищал, напищал. Ну сколько я, 2 минуты, все, 2 минуты, ну 3 минуты, все, он здесь. Бывает там, ну по часу, ну сами знаете, сидишь. Полчаса, час сидишь, и только где-то там далеко ответ какой-то, нехотя он как-то начинает, начинаешь ты к нему уже идти, ну... А тут вот зима, конец января, пожалуйста, вот все, 3 минуты он тут, вот он, красавчик сидит, вот, ну какой-то даже 5, ну метр, ну сколько ветка, 7 метров, все. Ладно, пойду я собираться, у нас же заяц все-таки, путевка заяц леса, никаких рябчиков, вот. Так что пойду собираться и по намеченному плану к речке. Дальше смотреть переправу. Время еще есть, но солнце уже так это. Надо ускоряться нам потихоньку начинать. И все туда за реку. Смотреть, что там за угодья. Сегодня вот это у меня основная задача. Посмотреть те места. В общем, ребят, в путь. Все, рябчики пусть спокойно здесь себе и живут. Ну вот, друзья, я дошел до этого станища их, лесопилка, капуста, вот это вот все их тут хозяйство, вот они все тут стоят. И я здесь попросил, они тут рядом живут здесь, узбеки, по-моему, ну фиг знает. В общем, вот эта переправа, вот этот мосточек, который мне был и нужен. Все на месте он здесь, все отлично. Теперь главное не навернуться, прям я с ними пообщался, они плохо по-русски, но более-менее понимают. Ну вот и все. Тут леса тоже ходила, я смотрю. Тут вообще здорово. Вот он, мостик. И прямо к тем полям, которые мне и нужны. Мостик рабочий, хоженый. По нему ходят. Здесь плотвичка водится. Такие окушки. Тут вообще здорово. Река чистая. Река очень чистая. Вот. Ну, рыбы там, конечно, сейчас не видно, но...
Здорово, здорово. Здесь прям вообще шикарно. Идем по такому вот мостику. Главное, чтобы он тут нигде не провалился у нас. Там вообще, вот я смотрю, ничего себе, бобровник, что ли. Прям какая-то такая запруда. Ну, не похоже на бобра, не знаю. Ребят, ну какая же красотища, да, вот прям. И вот они здесь и стоят, работают. Там у них, кстати, насос, насколько я понимаю, да, воду вон они качают. Вот, качают воду, все, люди живут. Правда, грязь вот эта, бочки валяются от них, ну, некрасиво. А так вообще, мостик такой, да, вот он, ну, вроде бы как бы стоит и стоит. Это очень хорошо, что здесь есть переправа, потому что через эту речку я других переправ, в принципе, нигде не находил. Тут даже раньше, видать, вот они какие-то лесенки. Ну, в общем, все, ребят, это вот те самые поля, сейчас мы туда выходим, это те самые поля, на который я хотел попасть. Там дальше бор вот этот идет. Вот эта посадка там. Ну, в общем, все то же самое. Посмотрим, что здесь. Здесь какие-то теплицы. Там вот эта деревенька на горизонте. Красота. Следа нет, ничего нет. Машина явно стоит там очень давно. Она вся... Ну, как давно? Она, видно, рабочая, но снегом занесена. А здесь... Ух ты, а здесь, похоже, кабачки. Да. А здесь росли кабачки. Вот они все. Не обобранные тоже. Ну все, они все пусты, пустышка. Все, они все сгнили. Это все перегнило. Вот не знаю уж, кабачки, зайцы не едят. Здесь шумно. В общем, интересные теплицы, интересная река. Не знаю, как сейчас поступить. Наверное, вот пойду вот так вот вдоль вот этой тут грунтовка, опять же, дорога. Там дальше посмотрим. Но если найду след, уже буду тогда вытрапливать, смотреть. Ну, пока нету, пока нету. Вот, все там нормально. Нам некого бояться. Короче, машина, похоже, какая-то, да, колеса сняты, домкрат двигать. Не, это машина угнанная. Ух ты, утка, утка, утка. Вот они. Вон они две пошли. Вон они, о, красота. Вот это я понимаю. И прямо, да, желание. Но, к сожалению, ребята, не сезон. Не сезон. Вот они две красавицы. Вот это я понимаю. Вот и пошли. Утка здесь сидит. Как я вам и говорил, все прелести жизни. То есть все есть. Водоплавающие есть, боровая есть, копытные. И лишь только следы зайца. Следы зайца. То есть не заяц, а следы зайца. Все, и пошла она куда-то туда по кругу. Ну, так вот, метров, наверное, 40, да, Илюха правильно говорил, поднимается дикая утка и не улетает. Вот у нас такая зима. Не знаю, не люблю я тоже. Она закрыта, к тому же, ребят, это девятка. Старая девятка, да, вот так вот. Когда-то кому-то нужна была. Не знаю, может быть, угнали ее или что. Ну ладно, бог с ним, пусть стоит. Чей-то автомобиль был. Кому-то служил ведь когда-то. Кому-то служил он. Да, понятно. Ладно, зайца под ним не было. Зайца под ним не было. Вот так вот пара тут сидела. Пара уток. Зайцы. Зайчатина. Помидоры или огурцы. В общем, что тут у нас? А вот тут какая-то есть семена. Ага, огурцы. Да, да, огурцы. Германия. Сорт Герман. Вот. Все ясно, что тут росло. Зайчатины нет. Косуля.
так, уже смеркает. Ну, не то, что смеркается. Это я люблю, когда краски начинают меняться. Вот они вот тут. Нахожено все. Там какой-то овраг вроде. Да? Вот, 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 вот. Давай по этому следу и пройдем. Более-менее следок. Вот такой он ходовой след обычный. Тут он побыстрее. Ну так, он не чистил. Он просто ходовой. Во, вот здесь он просто посидел. Вот он здесь посидел. Дальше. Тут побыстрее ускорился. Интересно, куда же он? Опять посидел. Ну, тут он вообще еле-еле. А лиса дальше пошла, кстати. Все, заяц здесь. Он где-то тут. У меня такое ощущение, что он где-то тут. Вот, кстати. Вот его. Похоже, туда он скинул. Да? Прям еле-еле видно. Где ж ты есть-то? Хорошее место. Чего ж тебе тут не лежится-то? Тихо, спокойно, никого нет. Нет. Ну, куда-то дальше. Не лежит он тут. Теряется и все, и непонятно. Может, в лес, правда. Куда-нибудь. Ох. С другой стороны, вот опять. След. Зараза. И дальше идет. Вот он дальше идет, оказывается. Все очень просто, ребят. Не надо. Не, ну чесать надо. Надо. Газотранспортный узел, видимо. Похоже, да. Ну, заяц-то идет сюда. К газу. Умань. 1100 километров. Умань. Это, скорее всего, какая-то газотрасса уманская. Так, следок-то. Что со следом сюда пошел? Интересно. Вот он обратно на дорогу вышел. Собака где хорошо. Вот конец пути. Вот он и скинулся. Вот. Ну как скинулся? Туда все в дебри. Ну, ребята, так я и думал. Все. Это бесполезняк. Ну-ка. Да, без собаки, конечно, след был перспективный. Хотя он, может, и тут где-нибудь. Не
Я думаю, надо с этим следом надо завязывать. Ну, потому что все, это туда бесполезно. Я уже ушел прилично. Выхожу на дорогу. Нет, друзья, к сожалению. Интересно было, да, интересно. Вот так вот. Вот, кстати, между прочим. Неужели он обратно вернулся? Вот, кстати, может, это уже другой заяц. А вот, кстати, след выходной. Вот, пожалуйста. А он обратно вернулся. Ну, ты посмотри, что делает. Интересно, куда же я выйду-то? Время пока еще есть. Ну, ладно, раз. Ну, это я говорю, если он ложится вот так вот это все. Да тут прям дорога такая. Ну это парни, все, он здесь потеряется. Вот он идет, прыгает и почесал. Все, и почесал куда-то в леса туда. Ну я сейчас еще чутка пройду. Тут даже, я понял, это путепровод. Он две трассы соединяет. Это лесной путепровод, ну как старый. Его даже используют иногда. Это граница, все, это я уже вышел практически граница с другим, вообще с другим охотобществом. Эх, вот так, Семен Семенович. Вот оно куда вышло. Нет, когда это пошло все в сторону леса и газопровода вот этого, я уже все прекрасно начал понимать, что делать мне тут нечего. Зайчий след одиночный, хороший след, да. Ну вот так вот у нас раз и все. Вот он уходит. Он уходит куда-то вглубь, в леса. Там и на дневке оседает. И без собаки, конечно, тут делать нечего. Ну и все, дальше его просто заесть. Даже если, в принципе, был бы снег нормально, не было бы следов, ничего, вот этих колес, никто бы не ездил, то туда даже смысла ходить нету. Охотобщество другого района. Ну вот, кстати, вот опять же, да, или это, ну это леса, наверное. Я сейчас обратно иду через лесную дорогу. Я ее заметил еще, когда с полей заходил. Я уже не пойду вдоль реки, потому что я как бы смысла-то уже не вижу. Они ходят, видать, к реке пить, воду пьют, вот, но там его нету. Ну, таким образом. Поэтому я, ребят, все, возвращаюсь обратно к переправе, дальше пехом на это станище, к машине и бай-бай, как говорится. Да, кстати, я всегда говорю, парни, а тут неправильно, в комментариях. Замечание сделали. У вас, говорит, Юрий, еще и девчата смотрят. Так что вы там все, парни. Приношу извинения, дорогие женщины. Спасибо вам, что смотрите. В основном, я знаю, вы меня из-за природы, из-за вот этой атмосферы, души, да, какие-то вот прямо деляночки здесь, Ну вот, из-за всего вот этого, конечно. Охота это у меня так, у меня же вторичная. Я же всегда вам это объяснял, что охота для меня вторичное удовольствие. Меня сам процесс больше интересует. И вот так вот походить. Я навернул сегодня прилично, ребят. Если рассчитывать вот так вот со всеми этими переходами, ну, километров 8, я думаю. Где-то, ну, 7,5, 7-8 вот так. А вот еловник тоже. Вот уверен, что рябчики здесь тоже могут жить запросто. Почему нет? Вот такие угодья посмотрели мы с вами. Ну, рябчик вообще вот прямо... Вот он вот сидит, вот прям руками можно погладить. Лес посажен. Май 2019. Вот так вот. Вот уже в 2019 году что происходит. Вот. 3-4 гектара.
правительство Московской области. Вот так вот. Комитет лесничего хозяйства. Лесничество у нас вот в Московской области, да, потихонечку как-то возрождается. Что-то засаживается, делянки. Вот деляночные столбы, пожалуйста, обновлены. То есть нет, нет, что-то у нас все-таки потихонечку все вот это где-то налаживается. Это очень приятно, отрадно. Нет, сегодня мы с вами прям молодцы, мы супер прогулялись. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Это такое небольшое охотничье. Ну да, это охотничьи такие походы у меня получаются. Вот. Молодцы, пропиливают, вот я смотрю. Вот где-то были завалы, пропиливают. Такая вот эко-туризм у нас с вами. У меня, в принципе, я хочу даже поменять там на канале описание. Охота, путешествие, там что-то у меня этот природа, эко-туризм я еще напишу, потому что у меня в основном-то, вот сами видите, да, охота на втором плане. Если что-то добываю, это терпение, это какая-то трудовая охота, это приятно. Январь месяц, конец января, ну, начало февраля уже, считайте, все. Вот так вот у нас со снегом в этом году. Я очень надеюсь, что еще вот будет, природа даст шанс, такую возможность, чтобы мы с мужиками, ну вот, поехали, с друзьями поехали погонять зайчика с гончими, с собачками. Потому что, конечно, вот это тропление, это все замечательно, но когда работает собака, когда этот азарт, адреналин, вот это вот прямо, я обожаю эту охоту. Даст Бог, все получится. Это не крайний еще фильм. Да, ребят, спасибо, что смотрите, спасибо, что в комментариях такие добрые слова пишете. Вот, ну, приятно, я читаю. Прям, во, вообще. Да, да, я, ребята, работаю над материалами, очень сложные материалы. Это, я думаю, что не раньше лета. Ну, до лета еще у меня есть задумки, там много таких именно связаны, упаси бог, я не с выживанием, с какими-то походными такими, походными темами лесными, для туризма какие-то полезности, как вы любите. Вот. Так что еще раз вам спасибо, ребят. Большущей всем вам удачи. Ну и пока, увидимся.